Вы на канале «Умно и разумно». Геморрой чаще всего развивается постепенно. Сначала возникает ощущение некоторой неловкости, зуда и тяжести в области ануса. Нередко отмечаются запоры и боли. Ощущения эти усиливаются после приема алкоголя, острых блюд и даже физической нагрузки. Геморрой сопровождается болевым синдромом, геморроидальным кровотечением и воспалением геморроидальных узлов. В типичных случаях небольшое кровотечение возникает во время или сразу после дефекации, опорожнение кишечника. Как можно понять, что у вас есть геморрой? В области ануса появляются жжение и зуд, нарушается работа кишечника, чувство неполного опорожнения кишечника, дискомфорт в области анального отверстия. Сейчас я вам предложу рецепт, который способен облегчить состояние при геморрое. Для лечения вам понадобится взять целлофановый пакет и перекись водорода, процентную и ежедневную женскую прокладку. Возьмите перекись водорода, тщательно смочите прокладку, чтобы она была хорошенько смочена. Приложите ее к анусу, а снизу прокладки подложите пакетик. Для того, чтобы ваше белье, которое вы будете носить, не промокало от такой процедуры. Делать эту процедуру следует по 2 часа, продолжительность в 1 неделю. После такой процедуры у вас пройдут не только наружные шишки геморроя, но также и внутренние. Благодарю вас за внимание. Всем пока!